Центре передовых технологий при Министерстве высшего образования, науки и инноваций возобновила свою деятельность летняя школа по биотехнологии. Напомним, что в 2019-м она временно приостановила свою деятельность из-за пандемии. О том, сколько заявок на обучение поступило в этом году и какое количество кандидатов принято, репортаж выпуска. Летняя школа в основном предназначена для студентов и магистрантов, изучающих биологию, фармацевтику, биотехнологии, и нацелена на привлечение большого количества студентов из регионов. Всего в этом году поступило 537 заявок. Из них 121 прошла отбор для следующего этапа собеседования. Спрос на лаборантов и научных исследователей очень высок. На сегодняшний день основная задача – обучить работе с ПЦР-тестами и проведению других биотехнологических анализов. Наша программа длится 3 недели. За этот период учащиеся получают практические навыки в области биоинформатики и рекомбинантных белков. В летнюю школу по биотехнологии в этом году было принято 16 кандидатов на основе критериев оценки и программных приоритетов. Стоит отметить, среди поступивших 10 иностранных заявок отбор прошел один кандидат из Азербайджана. Отличие нашей летней школы от всех остальных школ в том, что мы также преподаем краткий курс, как коммерциализировать научные разработки, так как мы хотим научить ученых не только проводить исследования ради исследований, а также, чтобы они могли делать стоящие продукты и коммерциализировать их. У нас в центре имеется CAT Science Accelerator. Это акселерационная программа, которая поддерживает ученых в разработке своих стартап-проектов. Обучение в летней школе стартовало 31 июля. Для студентов организованы лекции и практические занятия. Участники с большим энтузиазмом изучают биотехнологии и уже приступили к исследованиям.